Смотр полицейских сил, заступающих на охрану общественного порядка, событие традиционное. Проходит раз в квартал. На торжественном разводе сотрудники ДПС, ППС и вневедомственной охраны демонстрируют свою готовность к служебной деятельности по поддержанию законности в областном центре. Построение предваряет рабочую смену полицейских патрулей. Это возможность донести до сотрудников ориентировки и публично наградить тех, кто отличился на службе. На этот раз таких двое. Сотрудники отдельного батальона ППС удостоены наград за задержание опасного преступника. Поступил сигнал на улице Акуловой. Совершено убийство бабушки престарелой женщины. Да. Наряд прибыл. Свидетели сказали, что это совершил сосед. И уже в процессе отработки данного преступления на улице у магазина был задержан данный гражданин со следами крови и уже совершенно в пьяном виде уже. Задержали. Если бы не задержали, конечно, мы потом бы искали. Возможно, очень долгое время. Торжественный развод совпал еще с одним важным событием – 40-летием с момента образования патрульно-постовой службы. Лучший подарок – пополнение автопарка служебного транспорта. В ходе мероприятия полицейским вручили ключи от 45 новых автомашин. Они пополнят автопарк межмуниципальных отделов полиции – Кинешемский, Ивановский, Шуйский и Родниковский – батальонов ДПС и ППС. Ну, благодаря руководству МВД России, действительно, перед Новым годом мы очень существенно пополнили автопарк. 31 автомобиль для дорожно-патрульной службы госавтоинспекции, 10 автомобилей для патрульно-постовой службы и 4 для дежурных частей. Конечно, это очень большое подспорье. И я думаю, что по мере поступления на вооружение Ивановской полиции, это будет, конечно, и активизация по всем направлениям оперативно-служебной деятельности. Активизироваться полицейским предстоит уже совсем скоро, ведь именно им охранять порядок в Новый год, чтобы для жителей региона празднование прошло спокойно. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.